Девочки, доброе утро, любименькие. Решила сделать масочку. Не хотела вам показывать, но Тедди просто сидит и не понимает, что же это такое. Посмотрите, девочки. Что там такое у мамы? Что там у мамы такое? Мама, что ты с тобой делаешь? Что ты с тобой, мама, делаешь? Ох, Тедди. Так, девочки, ну что, мы позавтракали с Тедичкой, с Масечкой. Сейчас проведем экскурсию по дому. Посмотрим, что у нас новенького. Машиночка работает, постельное белье сушится. Отдельно простый. Отдельно пододеяльник. Такая маска, девочки. Такая, знаете, она пластичная, девочки. Пластичная масочка. Так, пойду орхидейки вам покажу свои. Вчера я их поливала, кстати. Что у нас на улице? В Краснодаре солнечно, прохладненько, плюс 5. На выходные обещают 7-9. Ночью морозов уже нет. 1 градус, плюс 1 был. Ну, радует, что хоть солнце появилось. Поэтому, девочки, сегодня я иду обязательно куда-нибудь. Белье гладить буду, не знаю когда. Но Леве к понедельнику поглажу. Так, экскурсия, девочки. Значит, что мне нужно? Мне нужно Тедди купить новую шлейку. Эта шлейка для него уже узкая, маленькая. Мы, ну, с девочкой с одной гуляли сегодня. Она разбирается в собаках очень хорошо. Она залезла сюда рукой и говорит, она ему уже маловато. Вот, поэтому я эту шлейку возьму и пойду сегодня в Таблис и буду покупать широкую. На Валберис посмотрела, но там нет таких. Так, чем комбинезончики вот эти плохи, девочки? Все обоссал. Все обоссал. Эти универсалы, они нафиг не нужны. Надо, чтобы под писюшку было место. Все, я без конца стираю. Он сегодня пришел грязный, как свинюха. Он собрал сегодня весь песок, всю листву. Он сегодня дурил, как не знаю кто. Тедди наш. Вот наш Тедди. Вот наш Тедичка. Вот Масюшенька уже устроилась на чистом покрывальчике. Да, Масяня? Так, сейчас включим гномика. Так, девочки. Раз, два, три. Раз, два, три. Красавица моя. Ох, и красавица. Я вчера поливала, листочки протерла. Поливала, красотка. И там еще идет, вон, видите, еще идет цветонос. И вот еще цветонос. Еще 2 цветоноса. Боже мой. Красота. Так, этот вроде набрал цвет. Там тоже полила их. Здесь распускаться будут скоро уже. Ну так тяжело идет, вообще тяжело. Я его вчера полила, но, наверное, надо еще, наверное, немножечко его водички подержать. Или пусть стоит. Так, и тут малышня. Малышня тоже цветоносик. Вот жду розовенькие, девочки, розовые цветочки жду. Розовые орхидейки. В общем, я поняла, девочки, что орхидеи нужно покупать с хорошей листвой. Вот прямо вот с такими хорошими листьями и с хорошим основанием. Вот, с хорошей, чтобы было основание вот это вот. И большие-большие листы. Тогда она уже окрепнет, силы набралась хорошей. И цветет, и цветет. Вот. Кто спрашивал про орхидеи, девочки. Про орхидеи. Так. Что еще? Девочки, прочитала, маску-то еще из Болгарии привозила. С ума сойти. Ободряще, серебро на фолио ободряще. Белой стороной отделите сетку, снимите маску спустя 20 минут и подождите, не смывать.
после вскрытия. Корея. Корея. А здесь девочки это. Аннотация болгарская. С Болгарии. 2 года уже будет. Ой, Болгарию хочу. Кабриолет. И уеду куда-нибудь, если хочешь. О, у меня что-то есть. Катюшка мне вот такую же дала. Вот видите, дала вот такую щеточку, чтобы я причесывала бровки и реснички расчесывала. Вот другое дело. А то они все в кучу, как сплю на подушке. Девочки, я только одного не пойму. Вот смотрите, я сделала сейчас перманентный татуаж. Надо брови подкрашивать, когда на улицу идешь, ресницы. Вот они у меня сейчас, ресницы заламинированы. Надо их красить тушью. И губы. Надо красить губы. Или так нормально? Брови все отросли. Ну, есть еще место, где заполнять надо еще, где отрастать им надо. А так, в принципе, уже хорошо. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Вчера сидела на сайтах, смотрела гостиницы в Анапе с животными. В принципе, можно было бы уехать к морю. Но такие убогие гостиницы, это вообще. Знаете, вот как будто совдепия 70-го уровня. Маленькие комнатушки, старые разбитые кровати, матрасы, подушки. Нет сервиса. Нет сервиса. Думают, ладно, приедут люди и так поживут, и так, знаете, все черное, все коричневое, все какое-то темное, знаете, нерадостное такое. Или думают, ладно, люди приехали, деньги заплатили, лишь бы переночевать, лишь бы перекантоваться. Прям комнатушка. Ну, комнатушка там 15 метров, стоят две кровати, еще умудряются двухъярусную кровать засунуть. Там вообще... Ну, живут в таком месте люди. Ну, вкладывайте деньги, вкладывайте. Стройте хорошие гостевые дома. Знаете, то, чтобы приятно было. Чтобы ты пришел, там комната хотя бы 20 метров. Вот как кухня моя. Чтобы хорошая кровать, постельное белье красивое. Шторы. То все прокуренное, все продавлено. Ну, прямо видно, девочки, видно прямо. Ванны эти, душевые кабины стоят. Кафель, наверное, вообще 60-х годов еще. 1100, так можно было бы даже такси взять и уехать. Так, и отдохнуть, по морю погулять, подышать свежим воздухом морским. А с другой стороны, думаю, знаете, стыди с Масей таскаться. Или ты тут дома на своей кроватке. Или там. Такая необходимость, да, вот так утром встанешь, холодина такая, ветра с моря дуют, что и не рад будешь. Ну, в общем, что-то какая-то, девочки, апатия наступает в моей жизни. Так, надо мне посмотреть гороскоп сейчас зайти. Что случилось?
Надо гороскопчик, девочки, посмотреть. Так, ну что, девочки, гороскоп на сегодня говорит. Интуиция подсказывает. Только-только движение. Только движение. Поэтому сейчас собираемся, девочки, и идем. Все, девочки, это не моя неделя. Все, надо пересидеть дома. Прям неделю посидеть дома надо, все. Капец. Я и так неделю сижу, никуда не хожу. И еще надо. В общем, решила заварить чай себе фруктовый. Девочки, посмотрите. Термос брал Михалыч. Термос не помыл, мне принес. Я думала, что он помытый. Ну, в порядке вещей. Термос должен быть помытый. Раз возвращаешь, должен быть помытый. Я его, он закрытый, да еще закрученный так, что... Я его поставила в шкаф, и он целую неделю стоит в шкафу. Я достала сейчас, хотела заварить чаю. Во-первых, не могу его открутить. Открутила кое-как, а там чай, там старый чай. Я решила заварить все. И переполнила воду, и начала закрывать крышкой. И все это горячий кипяток на меня, на стены, везде на стол. И, короче говоря, девочки, все, эта неделя не моя. Не моя и вообще, скорее бы год закончился. Достал уже. Давно у меня такого не было. Чтобы все шло наперекосяк. Может, я заболеваю? Может, я корону подхватила? Господи. Спаси и сохрани. Закручивается. Почему не закручивается? Ой. Почему не закручивается? Что-то как-то меня выбивает из колеи это все. Но раздражение кругом. Что случилось-то? Девочки, вот эти баночки выбрасывайте вот из-под капусты. Я что-то помыла ее, думаю, пригодится. Вот такие пластмассовые иногда пригождаются баночки. Вот такие. Или выбрасывать, девочки. С пользой для дела. Так. Thank you.
Разобрала всю косметику, выбросила все туши, все карандаши. Повыбрасывала все. У меня теперь перманентный макияж. Перманентный макияж. Все, туши все мне не нужны. Оставила одну, которая посвежее. Остальные хорошие, причем недавно покупала я, ну, месяца три назад точно. Даже толком не пользовалась. Так, все, мусор. Нет, девочки, пойду прогуляюсь. Пойду. Пойду настроение нагуляю себе. Так, вроде все чистенько убрано везде. Сейчас чаечку фруктового попью. И все. Ее же можно вот так на улицу носить. Ой, она так плотно, хорошо на ушах сидит. Вот так со звездой. Смотрите. Прекрасно. Или звезду убрать. Ой. Девочки, пока видео сидела, монтировала. Вот как вставать, я не знаю. Время 12:35. Вот надо бы идти. Ну как вот от него уходить, я не знаю. Это вообще... Этот мальчик ни на минутку от меня не уходит. Ни на минутку. Мальчик. Да? Мальчик? Мальчик, мой любимый.